прыгать пока. Так, это значит, тебя зовут Гав. Да. Это очень плохо. Почему? Потому что это неподходящее имя для котенка. Какое подходящее имя для котенка? Например, Пушок или Мурзик. А котенка с таким именем Гав во дворе ждут одни неприятности. А какие эти неприятности? А вот увидишь. Они ждут эти неприятности. Я пасу. Много слив, много скажу всяких неприятностей. Да и там, и тут. Где-то ждут котенка Гава. Неприятности. Зачем они его ждут? Раз, два, три, пять. Кто со мной? Кто играет в клетки? Я убегайте. Я тебе за клетки. Я иду искать. Прям? Самое время. Эй, малыш, иди-ка сюда. Здравствуйте. Как тебя зовут? Гав. Что? Гав. Что? Гав. Так ты еще дразнишься? Уф. Ты не боишься, что ли? Давай убегай. Уф. Ну что, ты убедился, что во дворе тебя ждали одни неприятности? Нет, не убедился. Я их искал и почти нашел. Но у меня собака пкает нога. Pam 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 pam